Всем привет! И у нас очередная попытка найти грибы. Это просто. В этом году что-то вообще не увенчивается успехом у нас ни одна наша поездка. Но тут, по крайней мере, мы уже нашли маслята. Вот. И серую рядовку. Вот. А сейчас смотрите, какой красивый-красивый мухоморчик. Класс. Ну, начало положено. Мы хотя бы уже что-то нашли. Поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали смотреть с нами, что же мы найдем в этот раз. Смотрите, наконец-то! Ура! Чудо свершилось, козленок и маленький белый грибочек. Грибы есть! Ань, ты его разломаешь сейчас просто. Мога так кот себе лепить. Пришли мы на место, значит, на которое мы потратили много сил и времени. Там, где мы делали ступеньки. И тут, прикиньте, остались наши лавочки. Класс! Гляньте. Порвется, порвет, порвал. А, нет, порвет, не порвал. А это ступеньки мы делали, смотрите. Ну не правда уже испортились. Мы корой тут все выстилали. Укрепляли их. Смотрите, наш погреб здесь. О, насрано. Не насрано. Ну, есть чуть-чуть до мусора. Да, у нас там еда лежала. Так может там тушенка целая? Может. Ого. Итак, сегодня у нас успех, успех, успешище. Мы насобирали немножечко грибов. Где-то приложу фотку, сколько насобирали. Там был один белый, парочку польских и еще какие-то. Ну, в общем, что-то насобирали. В этот раз класс. Как всегда помним, что ламу не нужно расстраивать. Пишем комментарии, ставим лайки. И до скорой встречи. Обняла.